Привет, меня зовут Александр Алёнин, псевдоним Тихон Мышкин. Я городской художник, уже очень много лет рисую. Я раньше рисовал пейзажи с сухими мелками и древесным углем на асфальтах, тротуарах, плитках города. Затем, чтобы они сохранились как-то, чтобы их не смывало дождем каждый раз. Я стал рисовать на наждачных бумагах или на бумаге для пастели. У меня уже накоплено сотни картин, я рисую в разных техниках. В том числе рисую депрессивные и светлые картины. Картины офигенные. Зайдите в паблик, посмотрите на YouTube-канал. Держи кулачок, бро. И задонатить не жалко такому художнику Сане Алёнину. Я Миша здесь главный. Come on.